Зимняя спартакиада «Здоровье» стартовала в Уральске. Участие в ней принимают преподаватели Западно-Казахстанского университета имени Махамбета Утемисова. Несмотря на то, что участники не являются профессиональными волейболистами или теннисистами, с поставленной задачей они справляются на отлично. За игрой педагогов наблюдали и наши корреспонденты. Участники этой спартакиады – преподаватели университета. Каникулярное время они решили потратить с пользой и вызвались принять участие в спортивных играх. Всего в спартакиаде принимает участие 7 команд в таких видах спорта, как волейбол, настольный теннис, шахматы, бег на лыжах и другое. Ну что дает нам эта спартакиада? Она дает нам силы, дает возможность еще раз встретиться друг с другом и, конечно, подготовиться ко второму семестру для того, чтобы вдохновенно, хорошо, большим таким эмоциональным подходом обучать наших молодых специалистов, которые нужны для нашей Родины. Этой спартакиаде в текущем году исполняется 65 лет, и каждый раз все больше преподавателей изъявляют желание принять в ней участие. И пусть некоторые из них непрофессионально подают мячи в волейболе, кто-то не является гроссмейстером, а другие неумело держат ракетку в руке, главное для них с пользой провести время и подать хороший пример для своих же студентов. Настроение праздничное. Мы друг друга греем вот именно теплом, теплом того, что мы вместе. Теплом того, что мы являемся движущей силой, потому что преподаватель – это основа не только учения, это основа воспитания, это основа всего, что есть, наверное, на земле. И вот благодаря этому наш коллектив процветает и будет процветать. И тем самым мы заряжаем энергией своей не только коллег, но и студентов нашего университета. Мы являемся примером для студенческого коллектива. Завершится спартакиада, приуроченная к 90-летию вуза, 13 января, после чего состоится награждение победителей. Олег Великий, Рустам Ищанов, Алтынбек Абделов, телеканал Акжаик.